Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ. У меня на бальке 100 бачей. Давайте со старта сделаем ставочку. Я думаю, 20 баксов на черное, потому что сейчас вроде как начинается стрик из черного. Последнее падало черное. Я не думаю, что оно будет сейчас чередоваться. Черное нам, к сожалению, не падает, не везет. Хорошо, давайте удвоим, поставим 40 бачей. Не знаю, можно на красное поставить, все-таки я думаю, сейчас должен быть стрик, а можно... Ну ладно, давайте также на черное, 40 бачей, надо все-таки начать ролик в плюсе, хотя бы на 20 бачей. Если мы сейчас выиграем, то мы все-таки начинаем ролик в плюсе. Давай, давай, пожалуйста, выдавай черное, я тебя прошу, пожалуйста. И черное нам падает, нормально, мы делаем плюс 20 бачей со старта видоса. В прошлом ролике мы слили балик около 400 бачей, там прям жестко не повезло. Но я изначально весь этот баланс поднимал со 100 баксов, то в принципе не так обидно, но все равно хочется как-то это все дело камбэкнуть. То в идеале сегодня поднять 400 бачей, если нам сильно повезет. Ну а так, если я подниму хотя бы 50-100 долларов за один видос, я тоже буду вполне доволен. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, так же, как и я, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУД и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скибаться карты скинами криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов. Вводить его нужно вот сюда. Еще у них есть ивент «Битва сторон». Вы можете выбрать КТ или Т сторону. Выбрали сторону, выполните задание, за это получаете монетки и на эти монетки можете снизу открывать вот эти вот кейсики. Я уже со всех этих кейсов, ну, около 1100-1200 баксов точно забрал на халяву, потому что с них реально можно очень хорошо окупаться. Особенно с вот этого вот последнего. У меня сюда ножик падал, эска темная вода. Ну, вот это вот прям много раз падал. Отсюда я где-то около 1000 долларов и забрал. А также у них есть карточки. За каждый цент депозита вам дают один КСФЛ коин, и вы на эти коины можете сыграть в карточки и попробовать выбить какой-нибудь халявный скинчик. Работает это так. Нажимаете играть, у вас тасуются между собой карточки. Вы выбираете одну случайную и выбиваете скинчик. Ладно, полетели, посмотрим, какие вообще есть задания сегодня у нас. Выиграть 3 игры подряд в краше по одной ставке с кэфом от 2x от 10 долларов. Ну, звучит не то чтобы очень сложно, но и не то чтобы прям легко. Но 3 игры подряд выиграть в колесе на 3x это тяжелее на самом деле. Ладно, давайте пару раз попробуем. Получается 2x от 10 долларов будем ставить по 11, чтобы покрывать комиссию. Сейчас как раз был краш очень жесткий. Это хорошо, получается 2x и надо выиграть, ну, 2 раза, а, 3 раза, я думал 2 раза подряд. Но 2 раза подряд легко звучит, а вот 3 раза подряд выиграть 2x, это уже, конечно, не то, что прям очень легко. Так, ну, первый раз мы вроде как выигрываем, ладно, нормально, первый раз выиграли, уже неплохо. Ну чё, дашь еще 2 раза, также 2x, и я выполню самое жесткое задание на КСФЛе прям со старта. Ну, не самое жесткое, второе по жесткости, но тоже нелегкое, короче, золотое задание. Ну, 1.55 краш, но я говорю, когда обычно идет жесткий краш до этого, то потом идет там 1.00. Что-нибудь такое. Ну, хотя 1.55 это не так плохо. Ладно, давайте тогда 20 бачей поставим также на 2 кэф, чтобы отбить предыдущий проигрыш и уйти в плюс. Ну, и поймать 2x в идеале. Так, нормально, 2x мы ловим. Мы все-таки в плюсе. Ну, нормально, на самом деле мы понемногу поднимаем баланс и при этом выполняем задание. Меня все устраивает. Но надо все-таки 3 раза подряд поймать. Ну, точнее, осталось 2 раза подряд сейчас, если прям будет хорошо все идти. Так, 1.84, опять краш. Но я говорю, после таких обычно жестких кэфов, обычно, ну, в 99% случаев идет какое-то дерьмо. Ну, давайте пробовать в любом случае. Мы ловим второй раз подряд 2x. Слушайте, так мне последний раз поймать, и я выполнил задание. Можно? Так, нормально, 2.78. И сейчас еще и не было какого-то супер жесткого краша. Давай, последний раз, выдай 2x, я тебя прошу. Если сейчас будет краш 1.98, я с ума сойду. Нормально, он выдает 2x. Слушайте, мы выполнили задание. 2.33 краш, так еще и при этом уже подняли плюс 61 доллар к себе, к балансу от стартового палика. Неплохо, и мы сейчас... Блин, у меня вот этот кейс я начал открывать, и в другие пока уйти не могу. И мне наверняка чуть-чуть не хватит потом на этот кейс. Ну ладно, давайте сейчас самое вот это дешевое откроем. Если что, пойду потом легкое задание какое-нибудь выполню. Я в прошлом видосе пытался начать открывать этот кейс. Не знаю зачем. Ну, кстати, 5 баксов нормально, приятненько. 970, но тут купить чертеж стоит 40 монет. Но сейчас, не знаю, хватит, не хватит. Да, не хватает 20 монеток. Давайте сейчас какое-нибудь легкое задание возьмем, например. Вот, выиграть 6 игр в дефисе, шансы меньше 30%, вот, меньше 36%, ставкой от 0,4 долларов, ой, от 1,4 долларов, это легко звучит. Так, меньше 36, 1,4, и сколько выиграть игр надо? 1,4, так, а выиграть игр нужно нам, сколько получается? 6 игр, ну тут не подряд, то на самом деле, мне кажется, это будет очень легко сделать, просто 6 игр выиграть. Ну, пока нормально. Уже 3 раза выиграли, осталось только еще 3, и все. Ну, вот начинается.
Но сливает неприятно. Ну ладно, задание выполнили. Самое главное, теперь мне хватает монеток для того, чтобы открыть последний, так сказать, инструмент для этого кейса. Полетели, покупаем и открываем. Давай, 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 давай. Ну $6, реально, я ради этого пытался, я выполнял это задание. И потом другое выполнял ради вот этого. Ну ладно, зато подели плюс 69 бачей, в любом случае неплохо. Давайте сейчас балансом попробуем поставить в колесе. По моей любимой стратегии $20 на 3x и $20 на 5x полетели. Стой, 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 нормально, 3x падает, отлично. Давайте также $20 на 3x и $20 на 5x. Ну почему не 5x-то, объясни мне. Хорошо, давайте сейчас 20 бачей на 3x и 20 бачей на 5x. Вот эта стратегия меня пока что ни разу не подводила. Не, ну может она пару раз меня подводила. Но я обычно просто когда сливаю по ней жестко, я иду в другие режимы и камбэкаю. То есть у меня не было такого, чтобы я в ролике слил весь балик чисто вот на этом режиме по этой стратегии. Когда я пытаюсь выполнять задание и ловить только 3x, да, я так сливался уже миллиард раз. Но когда ставлю на 3x и на 5x, обычно все происходит хорошо. Как сейчас, например, падает 3x, отлично. Давайте сейчас также 20 бачей на 3x и 20 бачей на 5x. Давай, 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 ну выдай 5x, ну последний 15 раз было всего. Ну не, не падает, там, блядь, падает 2x. Хорошо, давайте последний раз по этой стратегии попробуем сейчас поднять балик 20 бачей на 3x и 20 бачей на 5x. Если не получается, то пойдем в какой-нибудь другой режим. Давай, 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 надо 5x, надо... О, кстати, сейчас может 5x выдать, и он выдает 5x, просто красота. Нормально, $189 на балике, мы с этого режима подняли плюс сколько, плюс... Плюс $20, правда, что-то я думал, мы больше подняли. Ну ладно, в любом случае, пойдемте в другой режим. Можно сейчас морской бой сыграть. Хочу прям одну каточку залететь в морской бой. Так, кто-нибудь тут... Вот, тут чел есть, ну, на 14 центов играть неинтересно. Давайте на $1 создадим хотя бы вот такую вот игру. И поставим... Так, сейчас у меня тут есть профессиональная раскладка, как играть в морской бой. Я почти всегда по этой стратегии выигрываю. Главное, чтобы чел меня не узнал. И... Ну, как бы на прифайре не начал выбивать мои корабли, которые я ставлю в роликах. Так, тут ко мне как раз залетел чел. Так, давайте ударим сюда. Не попал, а он сразу попал. Ладно. Так, я тоже попал. Да, блядь, у него сверху. Так, ну трешку я его выбил. Так, где еще может быть? Может быть здесь? Нет. Он единичку, он еще и тройную сейчас выбил. Ой-ой-ой, у меня одна двойка осталась жива. И он ее тоже выбил. Не, ну это слишком было быстро. Ну, мне просто тут не повезло. Так-то я обычно всегда выигрываю морской бой. Так, я тут сделал новую расстановочку. Хочу еще раз сыграть. Давайте также на 1 бакс. Ну не, ну я сегодня должен хоть разочек выиграть. Я говорю, я в морском бою на KSVL пока что побежал. Вот я раз 6-7 сыграл. И из них 5-6 раз победил. Но я не могу проигрывать тут. Найс. Так, нормально. Двойку его выбил. Так. Так, еще одну двойку выбил. Так, у него где-то еще трешка. И тут. Так, тут. Тут, да, тут где-то трешка. Я еще единичку выбил, и это у него трешка осталась. Я ее выбиваю, и тут просто без шансов победы. Он ни одного моего корабля не успел снести. Вот на этой прекрасной ноте мы и можем заканчивать ролик после моей красивой победы в морском бою. Но я бы хотел все-таки попытаться апнуть 200 бачей, чтобы просто был еще более красивый конец ролика. А то давайте сейчас в дабле поставим 11 бачей, как раз на черное, потому что последние 4 раза подряд падало черное. Сейчас выигрываем, у меня 200 бачей на балике, и мы на этом как раз будем заканчивать видос. Давай, 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 ну блин. Начинается. Хорошо, я удвою, поставлю 22 бакса, чтобы отбить все предыдущие проигрыши. Давай, 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 давай. Все, красный нам падает, нормально. У нас на балансе 200 бачей, сегодня в морском бою красиво выиграли. И вот на этой, реально, прекрасной ноте можно заканчивать ролики. Мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на KSVL, вы можете при пополнении ввести промкод NICLUD и получить плюс 30% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С киваса, карты, скинами, крипто, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. У меня тут как раз начал сосед опять сверлить. Хорошо, что я ролик заканчиваю, потому что я 3 ролика записывал, и он не сверлил. И вот тут под конец последнего видоса начал. Слава тебе, Господи, что не раньше. А также в описании под видео я оставлю промокод на 25 центов. Вводить его нужно вот сюда. И также не забывайте про битву сторон, карточки. Короче, халявы на сайте много. Все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я плюс считаю, за такой ролик можно, потому что плюс 100 бачей подняли. В морском бою красиво выиграли. Задание золотое выполнили. И это все, сколько за, ну, 6-7 минут будет ролик идти. Ну, красота же с монтажом. Все, парни, всем удачи, всех люблю.